муниципальное собрание, очередное заседание муниципального заседание Совета депутатов муниципального округа Зяблево 16 марта 2022 года. Собрание объявляю открытым. На повестке дня 10 вопросов разные. И я предлагаю внести еще один вопрос. Это о утверждении поощрения нашего совета, аппарата Совета депутатов, внести еще вопрос в повестку дня. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался. Итого 11 вопросов. Приступаем к повестке дня. Мы продолжаем заслушивать информации руководителей районных организаций. И сегодня у нас присутствует Борисова Галина Николаевна, главный врач детской городской поликлиники 145, Ашнукова Алла Арсеновна, главный врач городской поликлиники 214, Рябков Евгений Александрович, директор КБУ «Жилищник», Зябликова Рафальская Ирина Владимировна, директор школы 1552. И наши коллеги-депутаты, которые тоже будут отчитываться. Предлагаю к первому вопросу приступить, и информацию предоставит главный врач детской городской поликлиники Борисова Галина Николаевна. Пожалуйста.